ко мне все подкатывала. Что да как да почему? Я ей говорю: мам, все просто. Потому что все действительно элементарно просто. Зачем я буду спать с мальчишкой, когда взрослые богатые мужчины готовы мне за это платить? Фу, какая гадость! Мама меня поняла. Не может быть. Ты хоть ловишь кайф от этого? Ты латентный извращенка. Потому что лично я не знаю ни одной девушки, которая бы получала удовольствие от сношений. Вся эта болтовня о сексе не более, чем вербальная фрустрация. Девочки, а как же любовь? Бог без любви, он ведь накажет. Не переживай, Лапон. Он по-любому накажет. Меня он уже наказал. Мне когда хочется, мне реально все равно с кем. Ну, перетрахаешь всех пацанов на курсе. А дальше что? Вспомнить будет нечего. А так, Куршавель или Сардиния, BMW или Ягуар, Том Форд или Балансиага, так далее, так далее. Сплошная романтика. Интересная у тебя жизнь. Редкая сучка. Девочки, не завидуйте. Всему можно научиться. Ну, если сильно захотеть. Просто главное – ясно видеть цель. А цель у нас с вами, девочки, одна – выбраться из этого говна и сделать из нашей жизни конфетку. Боже мой, какой пошлый разврат! Значит, когда мужики трахают все, что движется, их называют героями. А когда мы с этими ублюдками делаем то же самое, нас называют нехорошими словами. Девочки, я за равноправие. За свободный, равный и братский трах. Революционерка. Что за вздор? Мужик, как биологическая особь, разбрасывает вокруг своей семьи для сохранения популяции. Баба же, всех поимев, ничего не получит, кроме сифона, трепона и геморроя. Природу не отымеешь в прямом и переносном смысле. Лучше ждать принца. На белом Порше. Ну, жди, жди, Лапуня. А меня эти паршивцы на Риге достали. Постоянно скоты подрезают. Вот реально, догнала бы и дал бы в рожу. Угораздил меня. С умом, талантом и красотой родиться бабой. Невротическое замещение. Как следствие скрытой агрессии.